Ребят, всем здорово. Ролик, кстати, получился очень-очень интересный. Я вот сейчас посмотрел. В конце ролика первого ждет версия демо-трека. Вот, потому что написано настолько хорошо, то, что мне дали стопудово сейчас за него авторские права. Вот, дальше лого BMW. Потому что я фанат BMW. В каждом теперь видео будет лого BMW. Вот. Погнали смотреть ролик про серый летсплей. Ребят, чё, всем привет. Да, сегодня у нас понедельник уже, к сожалению. Вот. Микрофон, кстати, стал писать намного лучше. Я, так сказать, поднастроил, и скоро будет на него дальнейший обзор. У меня есть прям план до хера всего. Вот. Смотрите, сегодня мы поговорим о такой интересной теме, как плагин Serum. Хочу сразу для многих вас сказать то, что если у тебя слабый компьютер с 2 гигами оперативки, он у тебя не пойдет, потому что у него как минимум проект жрет, вот я последний проект писал, 1,5 гигабайта. Это только проект. А есть определенные там в нем сэмплы, которые жрут оперативки в 3 раза больше. Вот. Сегодня просто с вами поговорим о том, как его правильно устанавливать. Я пока искал именно Serum, я просто офигел от жизни, так сказать, потому что есть определенные сайты, которых надо устанавливать криво, грубо говоря. Вот. Я нашел, мне пришлось, точнее, с официального сайта Serum скачать его. Вот. Но хочу сразу сказать то, что он у меня активированный. И для вас он уже, то есть, на сайте, тоже я его добавлю, и он тоже будет уже активирован. Так, ребятки, хочу напомнить то, что у нас есть собственный сайт с вами, FL Studio Project. Вот, на этом сайте есть, будут скоро FL проекты, видосы про FL Studio, то есть, там, допустим, как установить Nexus, Autotune, вообще все. Вот, то, что связано с FL-очкой. Дальше. Есть плагины, да, которые я рассказываю, допустим, да, и добавляю их на сайт. Вот, на сайте, кстати, хочу сказать то, что это будет появляться в первую очередь. То есть, на данный момент, что у нас есть на сайте? Kick 2 и Nexus, то есть, 2 ссылки. И, скорее всего, буду делать оформление именно вот таком, как сделан Kick. Вот. Погнали дальше смотреть ролик. Вот. А по ссылочке внизу на сайте вы скачаете Serum. Там же будут написаны характеристики. И также в группу ВК я тоже выложу. Вот. Какие характеристики нужны именно для Serum? Потому что это, так сказать... Так, ребятки, я извиняюсь дико за свой косяк. Я его забыл убрать вебку. Вот. Заходим там, где его вы загрузили с сайта, да, то есть это у меня будет загрузки, и вот он, Serum. Он весит буквально 160 мегабайт, ой, 156 мегабайт. Вот, я сейчас сделаю музыку чуть-чуть, выходной сделаю чуть-чуть потише, потому что он будет орать, и его хрен убавишь. Вот, хочу для многих напомнить то, что FL... То есть все FL плагины, которые есть, они устанавливаются все в одном и том же, кто бы что бы вам, блядь, не говорил. Тупые, которые люди говорят о том, то, что нажимайте next, 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 next. Идите вы в жопу, люди такие. Вот. Короче, мы запускаем с вами Serum. Вот. Ждем, пока он прогрузит. Так, вот у нас, ребятки, пошла загрузка Serum. Вот он, Serum. У него вот такой прикольный установщик. Вот. Да, мне еще нужно как бы сделать потише. Смотрите, нажимаем Next. Здесь у нас просто идет описание. Далее Next. Дальше. Вот. Потому что он у меня уже установлен, и я устанавливать его не буду. То есть, смотрите, то есть, как его правильно установить, именно Serum установить. То есть, если у вас это диск D, то значит диск D. То есть идете, допустим, по пути, где у вас он расположен. То есть диск D, FL Studio Project, plugins. Ребят, то есть смотрите, как у нас идет путь. Допустим, у меня это диск D, FL Studio, plugins и EVST. Сюда, то есть мы устанавливаем. Нажимаем Next. Главное здесь, дальше.
Смотрите, так как у Serum есть 32,64 бита, советую здесь поставить все галочки, чтобы было все окей. Вот. Дальше. У нас идет Serum VST плагины. То есть мы их прописываете, и вы их тоже туда же, где у вас расположенный файл. То есть это диск D у меня, да, допустим, файл, плагин и VST. Вот. Прописывайте все вот так вот. То есть, ну, причем, что здесь вот так же прописывайте, что здесь. Здесь они останутся стоковыми. И дальше нажимаете Next, и у вас пойдет установка. Вот. Так как он у меня уже установлен, я устанавливать второй раз его не буду. Вот. Дальше мы заходим с вами в Fruity Loops. То бишь от iFalk. Вот. Ждем. Заходим Open, то есть настройки. Заходим в плагин. Следующий видос, скорее всего, в пятницу выйдет, как установить эквалайзер. Куча причем. Вот. Смотрите. Так как у меня уже Serum стоит, вот вы нажимаете, получается, скан, сканировать. Вот. И ждете буквально минуты 2-3, пока он у вас отсканирует. Мне не лень сделать второй раз. Вот. Ребят, смотрите, если он у вас долго сканирует, допустим, да, как он у меня завис, ну не завис, VST3 Disk Save Programs Files и вот внизу, короче, вот эта херня прописана, а он сканирует, ищет плагины. То есть надо еще минутки 2-3 подождать, пока он у вас просканирует. То есть не закрывать, вот, а просто быстренько подождать, пока он у вас просканирует. Как я вот сейчас сделаю, это правильно. То есть... Так, ребятки, смотрите, главное, когда вы устанавливаете такие плагины, где он у меня Serum-то, блядь, вот он у меня Serum, вот их два. Основной вот этот Serum, не Serum FX. То есть у вас должно быть состояние OK, формат VST, бит 3264. Вот, в принципе, вот так вот у вас должно быть. Дальше. Мы нажимаем плюсик, плюс добавить типа плагин. Опускаемся в самый низ. И Serum. Вот. Так, смотрите, ребят, он рабочий. Сейчас я даже загружу вам проект, который выйдет в среду. Это будет демка трека. Вот. Какой бы из них загрузить-то вам? Дайте подумать. Так, ребятки, у нас загрузился с вами проект, который я буду разбирать, наверное, выйдет сначала демка, потом выйдет трек, и потом я разберу этот трек. Либо, может быть, кстати, все наоборот. Смотрите, мы ищем, вот, кстати, у меня в самом низу есть Serum, я сейчас отключу, оставлю один канал, вот он работает. Тоже Serum. Бас Serum играет. Так, ребятки, сори, прям дико извиняюсь за звук в треке. Короче, здесь этот трек полностью, короче, написан почти на Serum, то есть если посмотреть, то что большинство клавишных, они написаны именно на Serum. Вот. А в остальном, просто он очень сильно много весит. Вот, а если что, это мой закадровый голос на монтаже. Вот. Я вам сейчас чуть попозже включу дроп вокал. Вот. И вы сами посмотрите, я вам покажу, как очень сильно нагружается проект. Вот. Проект на данный момент, если сейчас посмотреть, он весит, ну, до хера просто. Нормально. Вот. А если, допустим, включить где-нибудь, то возле дропа. Сейчас я найду. Вот, возле дропа. Сейчас я прям... Короче, ребят, смотрите, как нагружается очень сильно FL проект. Это уже демо-версия. Now I'm
прошу заметить то, что это только нагружает именно сам плагин CRM. Вот. А все характеристики, ребятки, и все, как его подробнее установить, я выложу либо в группе ВКонтакте, либо на сайте. Вот. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Ребят, короче, предлагаю вам послушать просто трек. И всем пока. И подписывайтесь, ставьте лайки. You do. Now every other day I'm rewatching you, oh.